This is amazing, guys! Send for you message from me! Hello, everyone! Всем привет, студенты! Я снова здесь, на матушке белорусской земле. И мы снова здесь, на этом месте, где вы начинали первый travel, первый вызов, первый челлендж в своей жизни в ЕШСС-школе. Я очень рад вас снова видеть здесь. И я знаю, у вас сегодня начинается очень специальная программа под названием Special. Ждите, ждите перемен в Господе. Я верю, что это случится. Видите, вот там это было начало. Ровно 18 дней назад мы начали там поход. Мы двигались вот в ту сторону. Мы спускались по этому Днепру. This is amazing, guys. I love you because I know you. Ну что же, я хочу просто пожелать вам силы, терпения. Вот, и хочу сказать, сегодня я здесь, и это сюрприз для вас. Месседж, который я посылаю через это видео. Я благодарю Бога за каждого из вас, потому что вы вызвались на целый месяц идти учиться, узнать что-то новое. Что Бог приготовил для вас в будущем? Что Бог приготовил для вас как лидера-служителя, как лидера-слуги? И я благодарю Бога за каждого из вас, потому что ты не забоялся, ты боролся со страхом и вызвался на целый месяц идти и учиться, как расширять Царство Божие, как служить на полную для Господа. Благодарю Бога за каждого из вас. 20 самых сильных студентов, я передаю вам привет с матушки белорусской земли. И я думаю, что мы обязательно еще с вами встретимся. Пусть Бог даст вам силы в эти дни. Пусть Бог даст вам терпение, любви и мира. Я вас люблю, обнимаю, целую. И я думаю, что будет круто, если я скажу: до скорой встречи, студенты ЕШСС. Привет!